Так, вот что я вам скажу. Вы стоите на краю. Вы этого не видите, и все еще... люди снова будут петь ваши песни. Пустите за этой тюрьмой одного человека. Thank you.
На окнах вагина поставят и пусть. Тюрьма рядом. За городом Слобода. Кушайте. Ага, спасибо. Ну, мы их и не слышим. Иногда только музыка у них там играет. Ты слаб в теории. Ты слаб.
У меня? Где-где? У меня есть гениальный сюжет. Ну. Thank you.
Из школьной тетради. Ну, наверное, там. А Коля, он заходит к вам? Коля. Ну что они, наркотиками промышляли. А участковый к ним один пришел, поэтому... А Коля вроде как ни при чем, да? Ну, вроде. Послушай, а тебе что? Может, и работали. Ну, что ты сам сейчас где? На кондиции. Разрезала. Давай. Thank you.
Мне нужно по сюжету точно знать, как ее в таком случае можно освободить. А хочется... Соучастие, во-вторых, и... Вероятные варианты. Невероятный вариант. Времени. Кого любит она? Слушай, Егор. Во-первых, очень опасный, потом он требует очень много денег. Реальных денег. Сюжеты невозможны. Нет таких сюжетов. Это требует много денег, реальных денег. Thank you.
Вот видите, и решил. Можно я приглашу вас к себе домой? Помогите! Убивают! Милиция! Бабы вроде бы ничего. Да, волки это они, бабы.
У меня 53-й лист. 48. Не скажет, в газетах не напишут. Вот что. Государству моему я не нужен. Вредным и независимым. Я сам буду царь и солдат. Помнишь, ты меня спрашивал по поводу 100 000? Правильно. Следовательно, тебе надо отобрать эти деньги.
Что ты прошлый приезд их искал? Сейчас опять. Конечно, дело не мое. Так, стоп. Ствол нужен. Еще кое-что нужно. Так бы сразу и сказал. Ходил к нему в январе. Отец говорит, пишет. В библиотеке устроился. Ну ты же знаешь меня. За метр отдам. Платить не забудь. Ну ладно, рассказывай, про что кино твое будет. Лучше не придумаешь. Ну ты козёл, Олег!
Вот Олег. Привет, Олег. Здорово, Сань. Здорово. Доброе здоровье. Что случилось, парни? Не надо, хочу! Вот деньги отдам! Ой, ну что? Баба какая-то выгуливала, я подобрал. Что ему в городе делать? Отдашь, ферзь отдашь или офицер отдашь, я пока подумаю.
любит телефон. Ничего, это дело мы устроим. Звонит по телефону, да? Прислушивается. Знаешь почему? Нет. Брат, соберись. Не собран. Я так просто. Нет, Андрюха, другого раза не будет. О чем мне дома-то делать? Я лучше с тобой прокачусь. Ты дурака не строй. Я дурака не строю. Тебе ведь зачем? Вдруг там денег нет. А вас замету. Когда вернешься? Актрисы-то ваши, институтские, не очень-то. Страшные какие-то. У тебя голос похожий. Игорь его зовут. Держи фонарь. Встанешь на третьем этаже, позвонишь.
Ну все, пошли. Боже мой, Игорь. Ну ты чё, мужик? Ну чего ж вы здесь собрался? Пошли, водка стыли. Ну пока, опаздываем. Щенка еще забирать. Ключи. Потом. Что ты ходишь за мной? Надо чего? Здесь 50 000.
Мы все девок своих стережем. А девки-то бегут кто куда. Хоть в Африку. Не нравишься ты мне. А нравился бы дома сидел, деньги. Мазывай. Воробьёва.
А что? Вы одна.
С тобой. Thank you.
Ну зачем ты пришел? Что у тебя с лицом? Я не знаю, бить его, пытать, что ли? Или убить вообще совсем? Ну, так с ума сойти можно. Иди отсюда.
Давай, 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 давай. I saw you with your smile so tender. Вот и все, Игорь. If we lost true love and sweet. Это правда. Нет, Игорь. Thank you.
It's now or never. Ладно. Живите. Отец. Thank you.
Василия на 500 тысяч. Всем говорит, это же сестра. Ладно. Жалко, тебя не было тут. У нас по телевизору мулаты показывают. Я уеду завтра. Ты же меня совсем не хочешь. Она тебя бьет, что ли? Зачем я ее привез? Thank you.
Товарищ, ты не грусти. Мы скоро с тобой в Америку поедем. Дура, хоть вся изрежься! Только не здесь! Сырлина. Гадость какая. Вот и договорились. Подозреваю, что там вообще ничего нет. А туристов возят в Конотоп. Ничего. И мы пойдем, двинемся разом вброд. Ну, что тебе сказать, свинья? Свинья она есть, свинья. Береги себя. А вы думаете, я из бывших? Нет. Уже державам, Россия, Отечество. Вот кто мы. Вот. Растяги!
столько же отдавать другим людям. Ирина, ой, господи, да что ты? Рук, что ли, у тебя нет? Тихо, вы тихо! Что, ей в больницу надо! Вы не волнуйтесь, у нас доктор хороший. Вылез. Куда же я? Поеду. Слушай. Спасибо. Куда? Домой.
проходи, проходи. Андрюха, я выйду, покурю. Но все равно на улицу не выходите. Поживи у меня. Слышишь? Да, не уходи. Привет, Саша. Андрей! Андрей! Thank you.
Веников. Побыстрее надо мечанам. Обычно очень быстро Динамо в Семенск переходит. Ага, один. Чё ты, братан? Как этот, ходишь что-то? Вы уже ждали, она мне сошла. Ее под руки взяли, а потом вверх посмотрели. Че тебе надо? Трал ее, трал, трал! Как она нас всех заманала. Ah! Oh!
Впервые замужем, что ли? Главное, чтобы дыр не было.
Bye.